Советского информбюро. В течение 26 апреля юго-западнее города Пилау войска 3-го Белорусского фронта форсировали канал, соединяющий Балтийское море с заливом Прижгав, и развивали наступление по косе Прижнерун. Войска 2-го Белорусского фронта форсировали восточный и западный Одер южнее Штетина, прорвали сильно укрепленную оборону немцев на западном берегу Одера и продвинулись вперед на 30 километров. Войска 1-го Белорусского фронта продолжали вести упорные уличные бои в Берлине. В боях за 25 апреля войска фронта взяли в плен более 2000 немецких солдат и офицеров. Войска 1-го Украинского фронта продолжали вести уличные бои в юго-западной части Берлина и заняли городской район Далем. За 26 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и самоходных орудий.